Добрый вечер. Меня зовут Боринских Федор. Я уже депутат. Я попросил вас о встрече для того, чтобы отчитаться о проделанной работе за последние 5 лет. В 2010 году, когда я избирался депутатом, я обещал несколько очень важных вещей. Первое – это привести в порядок все придомовые территории, отремонтировать асфальтовое покрытие, сделать бордюры, поставить новые, значит, привести в порядок зеленые насаждения. Таким образом, практически вся эта работа была сделана, и видите, что наш двор был благоустроен и сейчас находится в очень хорошем состоянии. За это время удалось установить несколько детских комплексов. Один из них находится в нашем с вами дворе, в верхней части Гагарина 13. Это очень современный комплекс, и видите, наши детки им пользуются. Это очень удобно, он закрывается на ночь, безопасно. И такие комплексы мы будем стараться продолжать делать и дальше, для того, чтобы было как можно удобнее и лучше нашим детям проводить свой досуг в наших дворах. 13 сентября у нас выборы. Я вас призываю, конечно, проголосовать за нашу команду, команду губернатора, команду «Единой России». Мы, на мой взгляд, эффективно работали вот эти 5 лет в городской думе. И надеемся, что также эффективно, в случае, если мы получим вашу поддержку, будем эффективно работать и в следующем созыве. Мы встречу проводили, я не знаю, как там прошла у вас встреча. Да, но вас не было на встрече, к сожалению. Да, меня, к сожалению, не было. Ну как там, крыши как текли, так и текут. 4 года работы это пошло, как говорится. Подъезды как не ремонтировались. Мы с вашим домом встречались, изготовили, соответственно, протокол. Старшая ваша Марина Борисовна с ней. Мы договорились о том, что необходимо делать, составили план мероприятий. Детских площадок нет, как положено. Вот детская площадка стоит, как же. А вы слышите? На замке, ваша площадка. Она бегает беспризорная. Секундочку. Для того, чтобы сделать лучше, необходимо сначала сделать проект и исследовать, насколько это целесообразно, и не приведет ли это к ухудшению. Все должно быть целесообразным. Поэтому я вам предлагаю сейчас, отвечая на этот вопрос и закрывая его, я вам предлагаю сейчас, мы его протоколируем и вместе с вами этим вопросом занимаемся. Немного вопросов, много уже чего решили, осталось совсем чуть-чуть. Сказочно. Федор Анатольевич, сколько вы еще планируете под видом общественных туалетов построить еще торговых центров в центре? Сколько вы хотите под видом общественных туалетов? За Единую Россию. Это ваш охранник ходит, перекрывает, да? Это охранник ваш? Понятно. Федор Анатольевич, а почему вы отчитываетесь за асфальтирование улиц, которые делают не депутаты? Голосуйте за Единую Россию. За площадки, которые делают не депутаты. Голосуйте за Единую Россию.